получается у нас опять, у меня 0 очков. Ребята, играем только до 4. Партия затягивается. Затягивается. Куда Давай. Ты думаешь, Глеб, мне не пойти? Я не знаю. Давай в Барселону попробуем. На поезде, да, может. Ну. Один. Мадрид. 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 Возьму 2 события. Как раз 2 могу себе позволить. Сразу в игру. Можно сбросить одну из твоих вещей, чтобы взять любую другую интересную тебе вещь из колоды вещей. Не забудь после этого колоду как следует перетасовать. Будешь сбрасывать что-нибудь? Перетасовать. Все. А ты не ту? Что-то. Играет у тебя девчонка сейчас. Да, это уходит. И я беру. А это что на руку? Это что? Второе событие, которое... Я бы поменяла. Это второе событие. Это я бы поменяла. Вот это мне надо. А это мое уходит в сброс, да? А это я перетасовываю. Да. Так. А это мне идет на руку. Это я вам читать не буду? Не Нет. надо. Все, пока Наталья читает, значит, наступает мой ход. Я нахожусь в море, время не идет. Пора мне приземляться, ребята. А то я только теряю жизнь. Выбираю город, куда мне приземлиться. Выбрал. Запомните. Солнце выходит из игры. Это сюда, сюда. Сюда, сюда. Новый город. И ставлю сюда. Вам западло. Я на суше. При передвижении на суше Дракула не теряет никаких капелек в своей жизни. Ну, эти капельки уже можно сбросить. Так, ребята, я добираю до 5 с пула. Засад. Все. Ну, ты еще двигаться можешь, не можешь? Нет, нет, это вначале я был в море, я не двигался нет, по еще, времени. Да. И да. В порт зашел тоже еще не двигаешься. В порт уже все, тут уже другое действие совершенно. Угу. А сейчас ходит союзника лорд. Будете? А? Союзника использовать. Да. Одно здоровье снимаю. Слушай, давай я буду долбить кого-нибудь одного. У тебя ж нету ни причастия, наверное, ничего. Ну, давай. Ну хорошо, давайте. Буду тебя немножко, ну, чтобы не расслаблялся. Пойдет в Лондон. В Лондоне я когда-то был. Ой, не знаю я. И вот Лондон. Тебе Глеб надо правильно делает. Он мочит вот эти все засады. Ну мочит, то мочит. У него жизни не осталось. Засада такой гробик с червяками. Это мы... Сейчас зачитаем, что эта засада тебе делает в Лиссабоне, в Лондоне. Это называется оскверненная почва. Дракула берет одну карту события. Если это событие охотника, оно просто сбрасывается. В другом случае Дракула оставляет карту себе. Беру. Это единственный способ, когда Дракула берет событие. Ваше событие, ребята. Я его просто сбрасываю, даже читать не буду. Ты отмазался. Так неплохо. Это такое, да, слабенькое. Но все равно. От этой засады она идет в пул. Угу. Все равно. Теперь... Так, я это в свою колоду, 55 номер. Теперь берем доктора и садимся на поезд и едем ближе. Марсель. Марсель, да. А не боитесь, что еще одна засада выйдет? А он же тут я остался. Я думаю, что с лордом справишься. Вот. И на а два... если уже и выйдет, так и выйдет. Раз, два. А ты не в Марселе? Угу. А Марселя. Можно было сюда. Ты здесь был? Да, в Кёльне. Давай Марсель. Мне кажется, так у него сюда... только на два, как он в Марсель попадет. А, ты сюда раз, только. Два. Ну смотри либо тогда, раз, куда два. Хочешь. Думайте, ребята. Перекрыть да, вот да. этот просто. Ну давай, вот сюда. Да, да. Отлично. Я просто... Походил, выбирай действие, которое ты можешь в маленьком городке выполнить, это взять событие. Событие. Давай. События не хватает? Наша? Да. Ваша. Сразу в игру? Нет. На руку. Храни. Хорошая. Не забывайте их играть.
Следующий ходит опять. Глеб играет доктором с крестом. Нет, это я доктором. Нет, доктор. Я смотрю уже, что у него за события тут. У него события, что я могу не бросать кубик, автоматически садиться в экспресс. Ну давай, если тебе надо куда-то гнать, можешь играть эту карту. Давай, ну я не знаю даже. Мне в принципе. Толку можно не... так и так. Тогда девчонка сюда перейдет, а я Барселону перейду. Ну можно попробовать. Давай, Барселону перейду. Так что я его и не использовала. Ты его не использовала? Ты просто ну, перешла? Да, все равно. Ну да, если бросала, мог бы и крест. А как ты перешла? Выпала. Откуда? Вот отсюда сюда. Мы... А там только на поезде. А, экспресс. Так, ну тогда, значит, я использовала экспресс. Значит, ты тогда эту карточку использовала, экспресс. Но он же ж не скидывается. Играй эту карту, когда пытаешься сесть на поезд. Да. Не бросай никакого кубика, ты автоматически садишься на скорый экспресс. А... Скорый экспресс и экспресс – это на 2 или на 3 ты хода ходишь. Ну, а здесь ты что? Походила только на 1. А на 1 я не имею права? Охотник может, может. А здесь я 3 раза? Ну, написано правило, что он может. Может. Проехать город, а может остановиться. Может. Ну, ладно. Может. Значит, по правилам игры, если у тебя и выпало, допустим, на 2, ты можешь выйти... Ну, Западная Европа, я же могу 3 экспрессом, да? Западная Европа, я могу 3 экспрессом. Я же в Западной Европе. Ты можешь на 3 даже походить. Раз, два, три. Я так или иначе. Так или иначе ты попадаешь. Нет, ну по правилам можно. Угу. Если у тебя выбыло на кубике 2 города, ты можешь проскочить. Ты можешь остановиться и выйти в первом. Потому что написано может проехать 2 кубика. Ну да, я тоже так думаю. Как хочу, так и езжу на экспрессе. Да, вышло там. Но экспресс может без остановок идти. Тоже. Ну что, мне оружие, наверное, надо взять. Вдруг мне придется биться. А у меня оружия уже нету. Как-то не очень хорош. А вот эта девочка тогда, моя мина, пройдет сюда. И я тогда возьму. Имею право 2 взять. Одно. Мне попадается. Дракуле, одно на руку. Не хочу. У меня потолок 4, я не беру эту неплохая карту. Неплохая для мины. Неплохая. Все, мой ход. Да. Так, время начало идти дальше. Наконец-то да, у нас полдень. Сдвинулась с точки. Так, по своей мини-карте я ищу, куда бы мне пойти. Так, и выбираю этот город у себя. Другого варианта нет, что в Марселе. Так, получается, этот город уходит сюда, 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 передвигаюсь, идет. Опа! Если мы правильно поняли, то может сюда, а если, как ты говорила, ну в другую сторону попер, кто не знает, весело тогда. Засаду ставлю вам и забираю. Ну что, рискнешь ты еще в Плимут его побить? До 5. Нет, я, наверное, возьму... Все, лорд, ходи. Возьму отдых. Что ты с фонариком бегаешь? Возьму отдых. То есть... Решил взять отдых. Не боишься, что это сойдет? Ну и что? Ну, рискнем. Сойдет, сойдет. А что делать? При отдыхе ты получаешь 2 здоровья. Уже получил. И тянешь 2 карточки событий. Если они твои, ты их просто сбрасываешь. Если мои, даешь мне. Ну вот. Все твои. Ты классно отмазался. Они просто идут в сброс. Следующий. Кто у нас ходит? Доктор. Доктор. Доктор едет. В середине Европы. Да, он поедет на железной дороге. В Генуе. На 2 очка. Поедет в Милан. Милан. Мимо Цюриха в Милан. Мимо или Цюриха, да. Но Цюрих и в Милан. Цлорих какой-то, Цлорих. Дракула там есть? Нету. Так, ну возьмем карту событий. Близко тогда. Нема? Ну почему близко? Не скажу. Давайте событиями. Немедленно раскройте все города на пути Дракулы в катакомбах, которые отделены от твоей текущей локации одним отрезком дороги.
А, на пути и в катакомбах. Да? На пути и в катакомбах. У меня нету. На пути. Это ты тут, да? Да. Вот этих городов, Марселе которые на одной. Нету, 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 нету. Вот эти все города. Ты хорошо понял? Ну, ты это понял? Вам неплохая подсказка. Так он, получается, вы знаете, что меня там нет. Да? Да. Так а где же он? Тем не менее, Наталья, Ван Хельсинг, ходи. Да. Я просто знаю, где. Где? Обратно в Англию. Тебе надо... А, кстати, эта карта сошла, 35-очка Лондон. Я беру ее с собой. Я могу опять оказаться в Лондоне. Это он специально нас. Может, он сюда пошел? Может быть. Ну, проверим. 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 Раз здесь нету, мне туда здесь делать нечего. А что мне нечего назад сюда ехать? Садиться на поезд в Париж. Я могу не тратить кубик. Ну ты сбросишь эту карту. А я что-то раз не сбросила? Надо сбрасывать, да. Она одноразовая. На руку и одноразовая. Да, это все, заказной вагон. Играй эту карту, что написано. Да. Когда пытаешься сесть на поезд, не бросай кубика. Угу. Значит, она ушла в тот раз еще. Все, ушла, значит. А теперь бросай кубик, хватит вам халявы, не бросать кубики еще. Давай, Ван Хельсинг, ну, с ножиком твое, который... Троечка, 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 пожалуйста. В Барселоне, оп, да? Троечка. Ну, плыви. Не ой, буду то есть... я плыть. Чух-чух-чух-чух. Да, сюда плыть. В Париж, да? Ну, да. В Париже меня нет. Ну, это ясно. Выполняй там какое-нибудь действие. Это, наверное, перевернуть, чтобы драку так, здесь я... Вот ты знаешь, я возьму оружие. Ну, значит, сбросишь что-нибудь лишнее. Пускай будет, а это мне не нравится. Ну, у нас специальный сброс. Что-то вы чеснок сбрасываете, ребята. Ай, что-то мне не нравится. Не хотите со мной драться, я смотрю. Наоборот, хотим драться. Давай, Мила, ходи. Милочка моя. И Милочке надо отсюда удирать. Если он сюда где-то здесь пошел, пойду в море. А море она ничего не возьмет. Ну не возьмет, не возьмет. Пойду в море. Все. Будем ловить. На закат перешло. На закат. Все, на Гену. Вот. Все, на закат перешел, да? Да? Мой ход. Угу. Что-то там уйдет. Что-то мы там не добили. Я но думаю, тебе нельзя этому гибнуть. Это он же карта сюда боец, пока. Это да. Все переходит, движется, движется, движется. Будешь в катакомбу отправлять? Движется. Вот сейчас интересный момент. Может быть, что-нибудь и отправлю. Угу. В конце своего хода. Я в этом городе нахожусь. Тебе, если вот пройдет круг, мы тебя оздоровим на четверку. Да, лучше уже. Оздоровим лучше. Да. Эту карту я отправляю в катакомбы. Вместе с западней. Западней. Но могу теперь эту западню усилить. Ты скинул свою эту усилить. Фишечку, смотри, не сбрасывай. На закате было, да? Угу. Ну, сейчас закат. Угу. Пускай здесь побегает. Ну, усиливаю эту карту еще одной засадой. Или Англия, или вот. Но мы знаем, что вот здесь вот Плимут. Вот здесь Плимут. И добираю до пяти. Если мы с ним захотим биться, когда ты оздоровишься, стой здесь на месте, еще раз оздоровись. Ну, я думаю, сейчас вот. А потом еще четверочка. И тогда с этим побьешься. Так, сейчас лорд ходит, да? Все, мой ход закончен, да? Тебе еще оружие надо. Ранить будете? М? Ранить. Давай. Мой союзник работает. Минус жизнь. Да, надо не выживать. Лордом сходим. Ага. Кинем кубик. А нет, можно не кидать кубик. Тут дорога есть. Пойдем в Манчестер. Ну, Манчестера у меня уже давно нет. Он уже давно нет. А что ты пошел? Я думал, что... Так тебе драться... Я думала, ты просто хочешь оружие взять. Я думал, что вернулся сюда. Слушайте, у меня уже Манчестер... Я думал, что... А может и не... Подождите, а может и нет. А нет, Манчестер у меня уже на руках, он уже давно вышел.
Я ж начал отсюда, пошел в Манчестер, это уже было давно, тут ребят. Тут все, у него только Плимут остался. То есть, вышел, раз, здесь нет, два, три, это здесь где-то. Где-то здесь. Ты просто зря сюда пошел. Ты, может, останься в Лондоне на месте, возьми оружие. Да не, я уже сюда приходил и полечись. Возьму. Ну да. Ладно. Так, теперь доктором. Доктором мы поедем вот, на поезде. Твой доктор. Хорошо. Только два может, да, с западной? С западной только два может. Обратно в... В Восточной Европе только на два деления. Если он начинает ход в восточную сторону, только на два. Тогда обратно вот сюда. Ну, у меня там нету. Страсбургские нету, да? Нету, нету, ребята. Так, а что у нас? Нет, он так уверенно говорит, нету. Ну, возьмем события. События. Мне, может, пора уже какие-нибудь козыря играть. Играй, конечно. Что тебе, шутки? Событие мое? Угу. На руку. Сбрасываю. У меня уже такая есть. Спасибо. Ходите. Ну, поеду, проедусь тут. Давай. Блин, проехалась. Проехалась. А девчонка моя сюда идет. Ты по морям шляешься. Значит, у тебя действия нет. Ну что, все? Зря я тут шлялась. Наступила ночь, ребята, доигрались вы ночи. Я сильнее. Да. Тем не менее, я должен передвигаться. А куда я буду передвигаться? Три моря, мы спокойно. Для интереса сыграю одну карту, которая называется «Зов тьмы». Это мои карты силы. Угу. «Зов тьмы» я, конечно, потеряю два здоровья. Сразу их сбрасываю. Дракула теряет два здоровья. Что она позволяет? С пула выбрать 10 каких-нибудь засад. Угу. Потом выбрать 5. Больше 5 иметь нельзя. По умолчанию вначале. А эти что-то не бросишь? Есть, конечно, перки, которые увеличивают хранение моей резервы. А все остальное сброшу. Там бывает. Вот не нравится мне. Но я, конечно, чтобы никто не видел. Раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10. И оставляю БК 5. Раз, два. Тут его не было, правда? Mm-hmm. Мы же тут крутились. То есть раз, два, три, например. Или раз, два, три. Но здесь нет. Значит, сюда вряд ли. Потому что если вы здесь бы... Или раз, два, три, вышел. Все, остальное все назад идет в пол. Я выбрал. Вот такая карта. Но она играется тоже на мою дорожку путей. Вот у меня получается какое-то море уходит. Эти сюда. И играю сюда. Вот это один из способов, чтобы Дракул остался в том же городе, где он и находился. Угу. Да, но я потерял две жизни. И некоторые карты играть можно только ночью. Вот, допустим, волка, который позволяет мне сразу на два города перейти, его можно играть только ночью. Тут вот только одни месяцы нарисованы, да. Потом пир, это когда можно восстановить одно здоровье, играть можно только ночью. А остальные карты, всего их 5 штук, можно играть только днем. А, можно играть и ночью, и днем. Сюда засада не ставится на эту карту. Ребята, ход переходит к вам. Я набрал себе классный, как я считаю, засад. Ну, тогда пойдем в Эдинбург. Ну, в Эдинбурге меня точно нет. Так это он знает, он хочет в море выйти. А, море идет вот сюда, ко мне опять в колонну. В море выйти, взять карту. События. Да. Чье? Наша? Да. Так, теперь доктором. Доктор. Доктор, мы пойдем. Ну, надо тут вот лазить. Три, пойдем, поедем на поезд. Как получится? Неплохо, может, на главном. В Лейпциг, да. Ну, Лейпциг, среди меня нет. И в Лейпцкельн. Так что можете делать там все, что хотите. Хотите, спите, хотите, вещи покупайте. Смотри, пока я положу вампиров. Покажи, да. Какие у тебя вещи тут. Они у тебя все хорошие. Да. Ну, возьмем тогда события. Вот.
Доктор мне что-то на события не везет. Достаю все время Дракулу. Сразу в игру. Раскройте старейшую локацию на пути Дракулы, если только это не текущая локация. Да. Ну, старейшая локация, это пожалуйста. Это мое Северное море, что я был здесь. О. Это же тоже считается а локацией, куда он правильно? Еще тогда? А куда что еще тогда, в какое море ты мог отсюда перейти? Назад ты не мог вернуться. Ну, вот Северное, вот Атлантический океан есть. И что вам это дало? Это дало, что ты в Атлантический океан ушел. Но сюда мы не дошли. А почему вам это дало Северное море, что ушел в Атлантический океан? Ну потому что еще. А что он сюда мог? В Ла-Манш? Нет. С Ла-Манша он вышел. Пришел в Северное. Да. Ну. А почему я не мог? А почему я не мог в Ла-Манше выйти? На берег. Потому что ты, у тебя еще одно море, как ты мог выйти? Нет, я в Северное море. После Северного ты еще в одно море пошел. А первое у тебя был Ла-Манш. Да. Ну. Да. А, просто уже Ла-Манш вышел. Да. Ла-Манш уже вышел. Значит, это Атлантический океан. Значит, только Атлантический океан. Угу. А он города. Тут? Три города. Здесь. Вот здесь, и все. Если. Значит, не вот. Назад надо идти. Ну, здесь я не могу находиться по правилам игры. Три города я не могу туда-сюда бегать. Нет. Значит, у вас что остается? Вот, Испания. Вот. И я ж не могу назад вернуться, не могу, только сюда потом. Ну все, мы тут перекрываем ему путь. Он уже три города прошел. Раз, два, он уже где-то тут. Где-то мне его тут надо ловить. Ну, а кто сейчас ходил? Я походил. Походил. Да. Я, да? Как мне его ловить? Стоять здесь. Ну, только сюда пойти и взять события. Вот же ж никак его не словить. На руку. Ну, ничего так. Кто будет биться, напомни, что это карта нормальная, почитай. Что? Ну, а то вдруг я забуду. Есть, есть да? Ну, можем две сыграть, так представь. А девочка, ну все, в Геную бегу. Гену я могу взять что-то для нее, нет? В порту. Угу. Могу. Наш по два берет. По два берет, возьму. Сейчас опять ему что-то утворю. Ой, не, слава богу, мне. Может, какие хорошие, так я типа выкидываю. Вот это все. Давай. Время идет. Да? Да. Идет. Ночь твоя. Так, мой ход. Ну, где-то вот, вот тут. Все, я поставил ловушку, перехожу сюда. Будем его ловить, не драться с его за этими. Да, надо, пускай выходят. Надо ловить. Будем его ловить. А эти пусть выходят. Так, теперь лорд, а будете хп снимать? Давай. Буду. Хорошо. Так, ну тогда лорд выходит в море. Угу. Так, эта карта Северного моря идет сюда. Так, теперь священником, доктором. У меня почему-то ассоциация со священником. Угу. Мы едем на поезде во Францию. Отлично. Три можешь сделать. И даже не во Францию, а то закончится в Германии. Брюссель. В Брюссель. Угу. Что ты там делаешь в Брюсселе? В Брюсселе мы берем еще одну вещь, так как доктор, перк доктора позволяет выбрать, нести 4, да, 4
Угу. Что там? Ну, о, самая крутая. Вот. У меня есть там. Пускай будет. Две штуки есть. Вдруг тебе придется с ним. Нет, ну ты далеко. Вот. Так, Наталья, Ван Хельсинг. Вот я думаю, Ван Хельсингом, что мы решили? Ну, если посудить, 4 города против. Что мы решили? Вот сюда пойдем. Он здесь ли ходит по закоулкам. А эта малая сюда будет его перебивать. Ну, можно. Давай. Здесь отрезать. Угу. Меня там нет. Ну, это ясно, что ты еще туда не пришел. Возьму события вдруг. О, нате вам события. Дракулище. Вот, сейчас я на что-то поменяю. Крутое. Все, вот это сбрасываю гадость, а себе более крутую. Угу. А мне еще девочка. Но у меня выхода нету с девочкой. Мне только в Марселе. Марселя тебя нету? Нету. Берешь там что-нибудь? Так. Нет, не буду. У нее тут вроде бы все нормально. А события тоже тянуть не будешь? Не буду. Ну как хотите. Время течет. Не буду. Предрассветная пора. А, ну правильно, сюда. Даже не знаю, где его ловить, тут или тут еще. Этим, наверное, сюда, здесь вот, в каких-то этой части надо. Наверное. Ага, я забыл добрать до 5. Не надо, чтобы он... Добирай своих засадников, загонщиков. Все, я здесь до 5 добираю. Жирный какой. Слушай, тебе уже лечиться надо. Он что, опять с тебя снимет? Ну да. А, я снимаю с тебя. Тебе надо заходить сюда и лечиться. Да в любом можно. А, в море нельзя лечиться. Быстренько заходи в любой порт. Так, с тобой все равно толку никакого. Ты в бой не пойдешь. Ну, у меня там нет, делай там что хочешь. Лечиться будешь? Нет, хотя не буду я, пускай будет 3, пойдем вот сюда. А, ты не сюда зашел? А с этого моря в это? Зайдем, вот. А что ты решил так? Ну, хорошо, ну, пусть будет. Да? Следующий. Угу. Так, ну, доктором, ладно. доктором, поедем мы на поезд. Вот этот доктор садится на поезд, поехали. Может, не так неплохо так на 3 проехать куда-нибудь? А ему и не надо так, да, вроде бы. Не надо. Может, так сюда, ну, да, вот погнать если его? Только раз, два, вот сюда. Попробуй погнать. У меня там нет. А твоей засады тоже нет? Ну, у меня там не было ни засады, да. И ты тут не был? Нет, я бы сразу открыл бы карточку, если бы я там был. Так что, тут не был? Значит, он тут не был. Так а где же он был, если он должен был в этих городах? Ну, по краю, например, пройти как раз 3-4. Ну, доходи в Ван Хельсинг вот сюда, например. Ну, пойду. Или Сергей вот так вот катается. Как-нибудь там, я не знаю. Может, по кругу катается. Так, я это... Ты пошел. Да. Я Ван Хельсинг. Ну что, мне сюда идти или лучше девчонкой сюда, а это сюда пойти? Девчонка может сюда вот пойти. Я сюда не смогу пойти. Я тут смогу поставить вот эту заслон. Угу. Давай, это сюда, Клермон-Ферран. Меня там нет, господа. Нет, ты видишь. Берешь события? Или вы боитесь даже потянуть события? Могу одно, да. Нет. Не боюсь. На руку. Все, читай про себя. Да. Девчонка мило ходит последняя. Девчонка пойдет за Тулуза. Меня там нету. Все, видишь, нету. И я не было. Я не буду ничего брать. У нее как бы... И засад на вас там нету. Угу. Ну что ты тут получаешь? Ну и куда же он тогда пошел? Будешь брать события? Нет, не буду пока. У нее все нормально. События может вам помочь, а может помочь мне.
Значит, время идет. Я получаю одно победное очко. Вы получаете одно очко решимости, которое сможете потратить потом в свой ход. Я хожу как бы дальше. Да, пошел. Там только два города, он бы вышел в море. Тут его нету точно. Он должен был с Северного моря выйти. Так, это пока сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. А что там у тебя вышло? Какой бы вам тут устроить? У тебя там не вампирион вышел случайно? Так, вампирион вышел? Получается, или я могу отправить это все в катакомбы, или я должен разыграть вот это вот, вышел вампир. Вот эту вот засаду. А мы не знаем. Вампир у меня прожил все шесть этих. Эту карту я не обязан вам показывать, кстати. Угу. Нет, конечно. Потому что она так закрытая и вышла, значит, я ее прячу. Узнаем, где ты. Да, свою колоду, раз вы не раскрыли. Так, что при этом происходит? Я получаю два победных очка, играем только до четырех. Одно победное очко, или пройдут сутки, я выиграл. Да. Все, этот вампир сбрасывается в пул. Ребята. Так. Трындец. Я, если честно... Осталось как бы нам раз, два, три, четыре, пять ходов. Ну, где он мог деться с Северного моря? Еще только одно. Было еще одно море. Одно и все. Неужели сюда вернулся? Зайти обратно в Англию, в Великобританию. Да. Наверное. Думайте, господа. Лыбится. Время идет. Время работает на меня. Надо идти сюда назад. Он больше никуда не мог пойти. Зайдем в Лондон. В Лондон я был когда-то давно. Сейчас поищу. Раз ищи, значит, что-то не так. Значит, он точно там. Навел. Тебе ж лечиться надо. У тебя... Да. Сейчас вот, смотри, отнимем тебе четыре. Нет, Лондон у меня в колоде. Значит, меня там нет и нет засад. Ага. Выполняй действия. Отдых выберем. Лорд Годалминг. Мы ему здоровье отнимем. Не, выберем вот... Поднимем на два. Ну тогда ты часть тянешь две события. Срок. Два события. Зачем вам решимость так просто тратить на здоровье? Одна. Это в крайнем случае. Ваш. Одна моя, класс. Другая наш. Ну тогда давай кого-то отправим сильного туда воевать. Нет, так нормально. Какие у тебя тут оружия? Нормально? Нет, у тебя четыре оружия. Давай тебя отправим сюда. Тогда уже точно проверим. Ну вот он будет как раз ходить. Да. Он или сюда он не мог выйти, потому что еще у него была в работе карта. Значит, он что-то вот так. Так, вот эту я сброшу. Себе возьмут эту интересную карту. Не пойму. Так, теперь доктором. Доктором. Что-то. Он с крестом, он где там? Да. Ну что, отправим его? Сарагоса. А? Отправим его сюда. Поедем мы на поезде. Три. В Лиссабон. Лиссабон. Сейчас проверим. На Л, да? Угу. Ну, раз здесь нету. Антон не был. Не факт. Нет. Нет у меня там. У меня этот город у меня в колоде, ребята. Почему ты туда решил? Выполнять действия. Не буду выполнять. А, кстати... Ну, давай я тогда его туда отправлю. Да, нет, еще пока. Я не пришел. Одну фишку вам покажу интересную. Ну, вот сюда. Ну, сюда он ушел с Северного моря. Он должен уйти был. Ты какое действие выполняешь? И в море он больше не вошел. Ну, возьму события, наверное. Тяните события. Ваш единственный шанс вытянуть какое-то событие, которое открывает мое местоположение. Укажи два города на карте. Если эти города есть на пути Дракулы или в катакомбах, вот. Эти локации, любые засады в них тут же раскрываются. Выбирай любых два города на карте. Выбери один здесь, один
Ну, здесь его не должно быть, я не знаю. Если он здесь, это я вообще, как он тогда... Было три моря, правильно? Ну ты да. Ты сначала вышел здесь, середине и какие-то... Было северное. Давайте, вы сначала выбираете два города, а потом они откроются, если они есть. Так мы выбираем. Да. Выбирай Ливерпуль. Да. Я уже что, у меня в катакомбах забыл что-то? А, вспомнил. Вот твой Плимут там. Вот. Да. Наталья шарит. Да, это понятно. Там последняя это, карта осталась. Да. Если ты говоришь, что... Вы туда вас не загонишь. Но он назад не мог вернуться. Назад не мог ему вернуться. Нельзя. Ему нельзя назад. Он не может капитана назад вернуть. Мог бы зайти вот сюда. Но здесь его нигде не было. Мы же тут шастаем. Он бы уже наткнулся на нас. Я по количеству морей, которых сыграл, не мог зайти в залив. Ну да. Честно вам ты только в Антарктическом. Три карты было. Как? Раз, северного. Два, три. А, северного, точно. Северного одна только была карта. Вот раз, два, и должен был куда-то выйти. Ну, было северно. Если я пошел даже судой в Атлантический океан, да? Нет, даже он раз. С нами. Ну, сколько у меня было? Три. Один после северного. Вы выходили вот отсюда. Раз, если я по всему. Потом северное было. Три. Я не смог сюда никак попасть, понимаете? Нет. Ну, если так... Я же вам помогаю. Атлантический океан. Сюда нет. Значит, где-то здесь? Так мы уже тут лазили. Когда это вы там? А он лазили? Говорит, что тут нету. Ну мы не все. Мы только вот здесь. Вот. Вы там лазили, но когда меня там не было. Я уже вам подсказываю. Ну давай вот этот. Потому что время летит. Ну вот Кадис город, вот этот. Кадис. Кадис, да? Да. Есть такой. Он открывается, и что, на нем все открывается? Тогда вот это, сюда он пошел. Давай в Гранада. Ну вот. Как ты думаешь? Ну, Смотри, были засады, были. Да. Смотри, Кадис. Открывается. А Гранада? Открывается. Кадис открывается у меня вместе с моей картой, Джокером. Что такое укрепление? Она играется, как и город похожа, да? Смотрите, она похожа на город. Но все равно я остаюсь, остался как бы в Кадисе, вот в Кадисе остался. Сюда сыграл дополнительную засаду. Это как бы называется укрытие. Я остался в том же самом городе, и они идут вместе. А он карты. Там и сидел, видишь, а мы не знали. Я сидел два хода в одном городе. Это немножко вас запутало. Да, да. Да, тем не менее, открывается Кадис, открывается и мой вот эта карта силы. Дальше, еще что вы сказали? Ну, гранада, я сказала. Гранада, открывается. Видишь? Да, потому что мы Гранада. Были. Вы теперь поняли, как я пошел? Да, ты пошел. Я приземлился, нет, я приземлился в Лиссабоне, просто Лиссабон уже вышел. А, ну да, пока мы туда пока пришли, вы там думали, да, Лиссабон вернулся ко мне в руку. Где я сейчас бродил? Я, конечно, вам не расскажу, где я нахожусь. Но, тем не менее, видите, как хорошо тянуть карточки событий. Не бойтесь их тянуть. Это путь к победе. Вытяните мне какую-то, мы не ничего боялись. Страшного. Ну да. Так. Теперь вы более-менее хоть отстанете от Англии. Ну да. Раз, два. Да. С гранада. Все, больше, сюда, вам, наверное, больше вам подсказывать и не сюда. Буду. Надо захватить вот эти три ключевых города. Угу. А кто ходил, я уже запуталась. Доктор высадился. Вот в Лиссабоне. Ты высадился, да? Вот тут вот поставить девушку. Теперь еще мне ходить к Хельсингу и девушке. Ну и куда? Ей сюда, а ему на ее место? Или он туда рванет? Давайте, ходите, ребят. Он может сюда рвануть. Я поставил вот здесь вот. А я могу сбросить, Сережа, обладку, да? Угу. И поставить сначала, вот здесь. Сначала, наверное, походить. Можешь. Вот это там, зачитывай карты, там написано, наверное. А, сначала что-то. Надо идти. Ну да, ты сначала же походи. Ван Хельсингом, да. Ван Хельсингом. Ну, а куда-то давай с Хельсингу этому идти сюда. Закрыть сюда. Закрыть сюда. Это поставить здесь, а потом, если можно, перейти сюда. Да, она перейдет, да? Ну, ходите. Если на карте там, я же не знаю. Бордо, меня там нет. Нет. Выполняет действие.
Хотя там нету, значит, он по этой не пошел. Тут можно и взять вещи, и какое-то событие. Ну, давай будем события брать. Давайте, а то игра сейчас закончится. Мое. Сразу в игру. Подавление воли называется. Играй эту карту на любого укушенного охотника. Ты можешь изучить карты событий и вещей этого охотника, и он обязан сказать тебе, какие будет его следующий ход. Такая карта у нас уже была. Наталья, я должен посмотреть все твои карты событий и вещей. Вот это не, вот не, ты, это ты не, единственная укушенная. Не, это не ее ты должен смотреть. Ты уже ее смотрел. Вот его. Нет, так она укушенная. Так она только укушенного. Опять будешь смотреть? На любого укушенного охотника. Когда я смотрел в начале игры, у тебя уже все поменялось. Ну, я тут поменяла немножко. Ага. Можно посмотреть вот эту. Слушай, у тебя такие карты неплохие здесь, Наталья. Неплохие. А это уже... А дай мне посмотреть, какие у тебя вещи. Я поэтому не хотела что у нас брать. Вещи неплохие. Кол и пистолет у тебя. Да. Пол как раз на вампиров. И говори, какое будет твое следующее движение, Наталья. В Барселону. В Барселону ты пойдешь, да. Пешком. Да. Все. Нет, все, сейчас начинает ходить все, да, она. И идет в Барселону. Сначала играет обладку, стоя в городе. А там написано что? Ну что? Так, засчитывай, да. Что ты хочешь сыграть. Стоя в городе, можешь сбросить эту карту в начале твоей фазы движения, чтобы поместить на этот город жетон облаток. Этого нельзя делать в замке Дракулы, в Галаце и Глаузенбурге. Это перед тем, как двинуться, эти да? Три города нельзя. Давай. Перед тем, как кладем двинуться. Кладем сюда облатку. Я не могу пройти через этот город, да. А также в него зайти. Но а теперь, сама а теперь смогу ходи. Двигаться. Да. Сама я пойду в Барселону. Как сама ты можешь проходить. И я возьму оружие. Некий скакун. Неплохая. Закрывай ее. Можно, ее надо закрывать. Ну, если будет убегать. Если да. Пройти может без засад. Рассвет. Ой, полдень. Полдень, да. Осталось совсем немножко. Отсидеться тебе. Мне надо тянуть время. Да. А значит, я выбираю вот этот вот город. Который нам не скажешь? А мы сейчас на тебя нападем. Вот этот вот город играю. Этот, получается, у меня уходит. О, опять я не добрал пятую. Ладно, набираю пятую. Главное, вовремя добираешь. Я сюда... Опять надо добрать. Угу. А какая до разница? До 5. Мне? Да, ну можно и в начале. Да, можно в конце. Ну, смотрите, начали. Эта карта у меня идет, что туман. Читаем, туман есть какое-нибудь его как бы укрепление у тумана. У тумана угу. Укрепления эффектов нет. Значит, он просто сбрасывается. А это мне город Кадис. Испанский идет ко мне в колоду на свое 26 место. Все, чтоб не забыть. Он сейчас сюда вернется. В этой Кадис. Как я могу вернуться, когда сейчас, по идее, ваш ход? Да. Не, ну, лордом выйдем в пролив Ла-Манш. Все, твой ход закончил. Следующий. Теперь доктором. Ну, доктор твой вот. Угу. Так, три хода назад был здесь, на руку. Может, в Мадрид сбегай раз. Или вот сюда? Ну да. Ну, допустим. Я был в Гранаде. Так. Ну, вот сюда вот. А, кстати, это тоже должно быть сброшено. Может, через Мадрид сюда перебежал? Нет, думаю, это тоже сбрасывается. И что, что? Когда с этой карты сбрасывается засада, она никак не разыгрывается. Это идет опять ко мне в руку. А, ну понятно, тебе она еще пригодится. Я пошел вот сюда. Тебя нету? Как это меня там нету? В Сантандере. Откуда пошел туда? Сантандер. С Лиссабона. С Лиссабона.
Так мы с тобой сейчас будем драться, господин. И неправильно у меня здесь ловушка. Она днем никак не действует, новый вампир вообще сбрасывается. Жалко. Наконец-то вы меня споймали, ребята. Сейчас будет битва происходить. Не на жизнь, а на смерть. День. Значит, я выбираю только три карты. Ну, у тебя неплохие карты, смотри. Когти, уклонение и бегство. Сколько у тебя 5 жизней, ты со мной дерешься? А нет, у тебя жизни там море. У меня 10. Пусть уходит. Ничего страшного, у тебя еще 3 есть крутые. А это самое... Ну-ка, я играю ловушку. А то я совсем не использую свои карты. Играя эту карту в начале боя, ты получаешь плюс 1 ко всем твоим боевым броскам. До конца боя. Не больше одной такой карты за бой. Можно. Ловушка. Тоже. План атаки тоже так. Есть. Плюс я один могу, ко всем боевым. Я могу тебе помочь, тоже плюс нет, один. Я плюс... могу ему помочь? У него есть плюс один такая карта, и у меня. А как это ты ему поможешь? Там что-то написано в тексте. У меня есть своя карта, плюс один. Играя эту карту в начале боя, один указанный тобой охотник в этом бою получает плюс один ко всем его не боевым больше одной, нет, не больше одной не... такой карты за бой. Не больше одной такой карты за бой. Все, я уже написано. Сыграю свою тоже. А я думала, тут мы... А, значит, у нас как бы плюс один на плюс один. Играем то, что выпадет. А чего? Открываемся. У меня бегство. Мне сражаться совершенно с вами неинтересно. Тем более у вас святая вода, но она одноразовая. Ты глянь, ему не нужно никаких плюсов. Плюсов. Ищи мое бегство человек у себя. Бегство человек. 2 жизни я теряю. У меня остается 9 жизней, господа. У драка. Ну хоть немножко тебя пошустрили. Так, эти карты остаются. А святая вода уходит. Ищем. Да. Сергей, святая, святая вода уходит всегда. Она одноразовая. Я это уже объяснял. А твоя остается карта. А моя никогда не уйдет. Ну да, твоя любая не уходит. Или все-таки... Ну столько ж, конечно, не бегство. Или вот это, или вот это. Да. У вас там Смотри, такой выбор. Поиграй еще. Пусть уйдет, но... Ну, открываемся. Я буду когтями скрепетать. А ты освещенный пулей. Ну, у вас крутые карты, ребята. Крутые. Но все равно все решает кубик. Ну, да. Тут еще от меня. И ты глянь, у тебя больше получается на карте 3 инициатива. А у меня только 2. Фух. И ты когти ищешь у себя. Где мои когти написаны? 1, по-моему. Когти. Да, они в этой ячейке. Я теряю 1 здоровье. У меня осталось 9. Так, теперь бегство остается. Ищи море через моря. Где тебе высадиться? Чтоб мы тебя не нашли. Если я по морю не погибну. Открываем. Так все, кубик решает. Угу. Винтовка. Ой. Винтовка против бегства. Кидай ты уже шестерку. Я, наверное, буду убегать. Инициатива у меня больше. Ты стреляешь по мне. Бегство человек. Ищем, где бегство человек написано у тебя. Ага. Значит, в следующем раунде я могу только уклонение и бегство использовать. Это значок говорит о том. Угу. В правилах игры он называется подавление. Подавление. У него 2. Ты это уже можешь забрать, когти. А я все равно могу только уклонение или бегство. Открываем. Значит, у меня будет только уклонение. А у тебя обычный удар. А винтовка-то не одноразовая, нет, не ломаешься. То, что вернулось, ты можешь еще раз использовать. Так это другого. Все равно мне на кубике не везет. Мне лучше не драться. Неужели? Я уклонился. Ищем твой удар у меня. Удар. Просто идет продолжение атаки. То есть это забираем. Так, это мы забираем. Все, теперь я могу не только как бы да, использовать. Теперь тоже можешь другое. У тебя уже и хорошие уже карты. Когда будет 3 продолжения, будет конец битвы. Мне главное закончить. Продолжаем дальше. 3-3. А, что-то мы бросили, не открыли. У меня инициатива больше. Угу. Ты выигрываешь. И что?
ищу его винтовку опять у себя. Она не винтовка, не ломается, но зато X, значит, бой закончен. Забираем. У меня осталось здоровье. 9 здоровья осталось. Вот таких пару боев и драку лихана. Днем он совершенно слабенький. Ой, где оно стояло? Чи не на полдень. На полдень, да? Да. Так, ловушка одноразовая, она сбрасывается. Плюс вы все посбрасывал, да? Угу. А это что? Ну вот это. А это твое, да? Так, следующая Наталья, Ван Хельсинг ходит. Ну, теперь... Ага. О, Ван Хельсинг мой с этим. А куда ему ходить? На месте останется. Я бы сюда вот там поставил, например. Да? Ну. Ну если только сарагоед. Ой, Сарагоса. Такие буквы. Ты в Сарагосу пришла. Угу. Что ты там будешь делать? А ты там есть? Так и делать нечего. Я там нету. Нету? Как? Я там не могу быть в двух городах одновременно. Я ж только что дрался здесь. Будем карты. Нет, ну я там не был, если честно. Там нету засады. Ну я имела в виду, там засада. Ой, твое, извини, чуть читать не начала. Привыкла брать. Не хочешь? А в начале хода я тебя ранил или нет? Нет. А, нет. Не забываем. А девушка на поезд? Давай полечим тебя в твой ход. Девушка на поезд? Все, я беру себе. И... Ну, девушкой куда? На поезд? На поезд надо, чтобы... А куда ты думаешь ее пустить? Вот сюда, он же там в этом городе же остался, правильно? Да. Ну, конечно. Я же вот стою ну, да, здесь. 9 хп. И что, с ним драться? Ну, естественно, что мы будем гонять. Вот, тем более. 3. Что, ты хочешь драться со мной? Ну, наверное. Пока еще полдень, то есть 3 карты пока. Угу. А там у меня только 3 карты. Если ночью, то будет 8. Давай, 5 битва. У меня только 3 есть карты. Еще вот здесь посмотреть. Может есть. Ты бери в руку, да, какие-то... Иногда, если получу укус и потеряю здоровье, отменены будут. Чтобы отменить эффект только что сыгранной карты события. Нет, нету. К бою ничего нету. Я ловушку играю. У меня еще была одна ловушка. И плюс что? 1 к броску кубика. А, вот это у меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, попробуем этот. Открываемся. Угу. У меня бегство. Кол. И плюс 1 очко. Бросаем сначала кубик. Угу. Кол против бегства. У меня 2, ты 100% побеждаешь. Ищи на своей карте бегство человек. Череп нарисован. Бегство человек. Этот череп с костями. Череп с костями нарисован. Вот такой вот черепок. Значит, Дракула теряет столько жизни, сколько до следующей красненькой его отметочки. Я теряю сразу 3 жизни. Понимаешь? Понимаешь. Следующий ход. Ты в закрытую сначала ложи. Да, закрытую. Памс. Одновременно открываем жолтер. Когти против пистолета. Слушай, моя ловушка не помогает. 4. У меня 5 плюс ловушка. Значит, я тебя, твой пистолет, бомблю. Ищу твой пистолет в названии. Продолжение идет у нас. Одно продолжение. Эти карточки забираем в руку, эти немножко сюда, чтобы не мешать. Дальше продолжаем бросать. Угу. Ты ж выложи карту. А, все, открываем. Я, конечно же, бегство. У меня осталось 5 жизней. Мне надо текать. 5 кол. 4. 1. Победил. Ну что, все, конец боя. Потому что кол 100% у тебя написан здесь. Забираем все свои карточки. Ловушка моя сбрасывается. Фу, пережил все. Следующий бой. Ход следующий, закат. Да. Осталось 1, 2, 3, 4 хода. Ой, наверное, я не доживу. Надо что-то предпринимать.
Козырь у меня очень много козырей на руках. Я нахожусь там. Уходить в море, терять жизни. Наверное, я так и буду. У тебя же есть карта, которая может перепрыгнуть ты. Не будет нет, идти время. Есть волк, я могу играть вот только ночью. Тебе еще один раз надо подождать. Если уйду в море, время останавливается. Да. Смысла, в принципе, смысла. Большого нет, если только куда-нибудь вас запутать, удрать. И будет долго это все длиться. Потому что если вы меня еще догоните и поймете, куда я с этого города похожу, мне будет крышка. А в город с охотником вы можете прийти? В город с охотником. С охотником? Я будет битва. Будет сразу. Битва? Да, я могу перейти в город с охотником, отсюда сюда, и начнется сразу битва. Ему не интересно это. Надо хотя бы до ночи. Волка я использовать не могу. Ладно, буду рисковать. Пойду в море. А вы уже знаете, что у меня единственный ход в море, куда пойти. Эти суда сдвигаются. А это мы в порту? В порту. Как там называется он залив? Бискайский. Он уже в открытую говорит, Серёжка. Так а куда? Без этого я же никуда не уйду, это не секретная информация. Но на этом мой ход закончен. Время не будет идти следующий раз. Сейчас я туда прошу. Так, 5 жизней и 1, 2, 3, 4 хода до конца игры. Молись. На меня играет время, на вас играет меня споймать. Бегая по морям, времени идет. Смысла никакого. Ты ходишь своим. Да. Ну вот. Тебе лечиться надо. В порту. Мы полечимся на 2 и возьмем 2 карты. Давайте, мне нужны карты событий. Как раз 2. Он и напросился. И 2 мои. И все на руку. Напросился. Может, не ее надо. Так, следующий. Ты прошел, да? Да, сейчас доктор. Доктор. Поедет у нас в Лиссабон. Сколько у меня тут? Бери события. Нет, я возьму вот эти 3 стандартные. А, у тебя? 3 стандартные. Я возьму из вещей что-нибудь. Конечно. Неплохо. Следующий, Ван Хельсинг, Наталья Бомби. А ты его подвигал? Да. А, я в начале своего хода. Подвинул на 3, а потом. Так, я у меня тут. Ну и куда мне? Не знаю, куда он рванет. Этим может, если вот, допустим, сюда пойдет, то этим лучше как бы контролировать вот это. Портовые города. А девушке лучше уже, мне кажется, последовать. За ним? Да. Ну так этим тогда сюда схожу. Большой город. Возьму события. Вдруг какое крутое. Сразу в игру. Раскрой старейшую локацию на пути Дракулы, если только это не текущая локация. Я же когда вышел в море, потерял одужил. Забыл. У меня осталось только 4. Ну, во второе море тебе не надо будет жизни, а там, да. А там будешь думать. Ну, открой локацию уже, не знаю. Что там у тебя написано? Мы, в принципе, знаем твои все локации. Раскрой старейшую локацию на пути Дракулы, если только это не текущая локация Дракулы. Мы, в принципе, знаем твои, да, себе уже тут открывать. Только локацию, да, открываем? Да, только локацию, ничего. Аликанте, я был на юге. Ну, так мы и знали, что ты тут был, но драться мы же с этими не будем. Следующее. Он сказал, вот в море за тобой пойду. Давай. Например, но все-таки Аликанте, мне кажется, стоит проверить. Все, время не идет. Если рядышком персонаж, ну, то если можно проверить. Потом. Хорошо, давайте, посмотрим. Решайте. Все, Так, я перехожу. А что ж я эти карты взял?
Или пойду по морю. Дальше. Эта карточка у меня уходит сюда, сюда, сюда. Потому что она выходит, надо проверить, а то может какой-нибудь вампир будет. И... Ну, все. Да, поэтому это видим, козырь идет сюда. Ну вот этим попробуем. На одну. Время не идет у нас, да? Да, теряешь жизнь, потому что у меня союзник тебя мочит, пока я плаваю. Первый ходит с фонариком, лорд. Надо шмотку какую-то забрать. Ну, в Париж зайдем и возьмем. Смотри, какие у тебя карты. Тут все есть. Не хочешь возьмем... тебя подлечить? Да, это нормально, чувак. Возьмем вот эту. Ну, ее и спросим. Нож неплохо. Но у тебя дом круче. А, у тебя есть. Что так, дальше? Теперь священник. Доктор. Он же доктор. Да. Ходи тут. Ну, пойдем сюда. Угу. И возьмем. Тут все равно, в принципе, да, еще тебе надо вдруг придется драться. Оружие. Угу. Дальше. Наталья. Твой скалом. Ван Хельсинг. Ну вот, в Аликанте пойдет твое это. А почему ты уже был? Что, кубик даже не бросаешь? А, извините. Там только железная дорога. Там железная дорога. У меня это вышла карта. Угу. Вот. Ты остаешься на месте. Вообще никуда не идешь. Ходи девчонкой. Ну, девчонка, ну вот пойду в Атлантический вдруг. Отлично. Время не текет. Мой ход. Я опять плыву по морям, по океанам. Это выходит сюда, сюда, сюда. Сюда, сюда, но я теряю еще одну жизнь, у меня остается 3 жизни. А, я уже здесь. Не перепрыгнул. Так. Вот у этих летучих мышей, как это называется, не топыр. У них нет никакого эффекта укрепления, они просто сбрасываются. Зато граната идет ко мне опять в руку. 3 моря. На 20-ю позицию. Осталось 3 жизни, господа. Давайте. Угу. Так, лорд теряет жизнь. Он уже сам себе теряет. Да, молодец. Следи за мной. Убейся. Убейся сам. Полечимся на 2 и возьмем 2 карты событий. Давайте, события вам нужны. И мне тоже. Ну, как раз. А они сбрасываются, да? При лечении не сбрасываются, если твои. Да. Если ваши. Да, 2 наши. Да. Это только если мне при лечении. Следующий боец. Так, доктор. У нас доктор. Доктор, доктор, доктор. Вот. Ну, ходить надо с этого. Ну, в Мадрид и будем пытаться через железную дорогу пойти. Угу. И возьмем еще одно. Одну вещь, так как... Стоп, ты куда пришел? В Мадрид. Ну-ка, положи. Тут засада в Мадриде старенькая. Ага. Вот. Какая гадость. Окей. Ты нарвался. Глаза такие из кустов прямо смотрят. Что при этом происходит? Дракула может взять одну засаду из резерва, а потом должен сбросить в резерв жетоны... если их число в его запасе больше нормы. А у вас есть какое-то типа... повторение какое-нибудь. Да, гроб какой-нибудь с червями, который особо эффекта не дает. Ладно, поменяю. Вот такая простая засада. Но и тем все? Не менее. И теперь потом я могу выполнить действие. Или не... Нет, если была засада, засада, ты от действий, значит... извините, все. Ну все. В Мадриде остались. Следующий Ван Хельсинг. Ну пойду, как он сказал, с тобой побиться в Аликанте. Аликанте, да? Угу. Здесь вот крысы. Зачитываю, что они делают. Если у охотника есть псы, засада сбрасывается без эффекта. Да. У тебя есть псы? Да, значит, она просто сбрасывается без эффекта. Псы остаются или сбрасываются? Нет, остаются. Псы это надолго. Угу. Ну все, хоть сбили ему псы. Ну там и ничего страшного, можно было бы туда и не идти. Да. Ну ладно, будем ждать, куда. Теперь девушка. Давай, девушка осталась последняя. Куда ты плывешь?
В Северное море. В Северное море. Угу. Так, вход не передвигается, потому что времени течет, потому что я в море. Пора, ребята, приземляться. И финтит, что пошло время. Потому что у меня осталось 3 жизни. Ну вы здесь будете, вот если или что? Сюда, или сюда. Я уже туда пошла. Посмотрим. Ну сейчас поедем, священник. У меня хотя бы, чтобы настала ночь. Тогда я смогу свои перки использовать. Далеко надо куда-то поехать. Ну он может, пока мы его не слоем сразу. Сразу, моря. Естественно, есть, не слоем. Допустим, раз. Два, так, три. Это все сбрасывается. Ниже. Нет, раз. Вот. Раз. Два. Два. Три. Так, да, все, я приземлился. Раз, два. А, сюда он бы не пошел. Пришвартовался, как говорится. Или же раз. Раз, два. Аликанте идет ко мне в руку. Раз, два, три. Мох. Мох. Естественно. Ну, что вы три? Так, теряем ХП лорда. Сразу же. И поедем. Мы на поезде. Не хочешь лечиться? Нет. У вас, может, есть карта, которая снимает моего союзника? Нет. А то вы так будете постоянно лечиться и терять пока жизнь. Нет. Нету. Так, в западный, значит, на 3. Правильно? А куда мы на поезде поедем? Ну, так, раз, два, три. Вот сюда. У меня было что-то. Так, что ты там будешь делать что-нибудь? Я, так, ну, возьмем карту событий. На руку. Теперь доктором. Доктором тоже садимся на поезд. И проезжаем один город. И возьмем да, снова карту событий. Пожалуйста. Мое? Мое? Аж удивился. Большая часть. Одни твои, да. Да. Скоро они должны закончиться и. Так. Бомби Наталья. Так мы все-таки решили, что в Италию он не пойдет. Ну, я думаю, нет. Что да. Вот вышел в море, пересек Атлантический океан, а там уже или Великобритания, или же. Давай этим я тогда сюда зайду. Барселона. Да? Ну, можно. Ой, что-то я кидаю уже. Ноль. Жалко. Только пешочком. Не пешочком могу. К тебе неинтересно. Ну, может, ну выйду на железную дорогу давай. Можно ко мне тоже. Ближе будет. Или к тебе да, тогда. Ближе будет. Угу. Какое действие будешь тянуть события? Здесь маленький город этим, да? События у меня 3, эти псы. Ну, давай будем тянуть твою. Молодцы. Он как специально там подсунул. Сразу в игру. Сыграй эту карту на любого укушенного охотника. Охотник тут же теряет 2 здоровья. Наталья, ты единственная укушенная, теряет 2 здоровья. Раз, два. Больше никого я не укусил. Я тебе сейчас отомщу. Мсти. Я зайду. Я зайду, да? Ну, да, ну, в другую. Нет. В Эдинбург. Ну, там меня нет. Нету. Ну, у меня есть какая-то интересная карта, кто заходит в порт. Буду тянуть. Если он сейчас меня там не прибьет. Ну все тогда. Не отгадали. Смотри, Наталья. Здесь или Англия. Ты находилась на море. Да, да. Да. Как бы. В начале твоего движения ты еще пока никуда не пошла. Допустим. Да. Играя на охотника или группу охотников на море в начале их фазы движения. Угу. За счет их движения ты немедленно переносишь их в любой порт на расстоянии до 3 морских переходов. Ты можешь заставить их этой картой пройти по морям, в которых они были ранее. Угу. До 3 морских переходов. Ты даже не успела попасть в этот порт, я тебя на 3 перехода. А я могу твое событие отменить картой? Да. Играя эту карту, чтобы отменить эффект только что сыгранной карты события. Все. Или чтобы вывести из игры. Дальше можно уже не считать.
Все. Ну ты тоже свою карту сбрасываешь. Да, я тоже сбрасываю. У тебя сохраняется ход, идешь и дальше. Но я уже признался, что меня здесь нет. Да. Ты можешь выбрать какое-то действие. Ну возьму еще раз одно событие, раз так получилось. О. Сразу в игру. Раскрой старейшую локацию на пути Дракулы. Если только это не текущая локация Дракулы. Ну, он море мы откроет. Это так знаем, да, это море. Ну, открывай. Ну, открывай. Я сюда вышел, Балтийский залив. Вот сюда вот. Да? Ну, с Балтийского. Ну, вы так хоть будете помнить. Ну, он действительно, да, туда пошел. Ну, если даже пытался избавить вас вот отсюда, куда-то избавились, значит... Значит, что-то было. В Англии, может быть. Давайте. Может быть. За ним надо теперь гнаться, он будет уходить. Все, девчонка последняя. Да. Значит, все, время идет, началась идет. Ночь. Ночь началась. И теперь уже... я могу что-то с ночью химичить. Да. Играть свои карты. Вот эти вот карты играть. Но я, наверное, не буду играть их. Посмотри на свою секретную карту, чтобы мне не ошибиться. И лучше пока побегу. Но вы меня прессуете капитально, признаюсь. Это ж у него такое, вот у Глеба. Я бы в другую сторону уже пошла. А у него чутье, вот что ты вернулся. А я уже бы вот сюда. Сколько мы пытались вот сегодня в Великобритании. Угу. Тянет, тянет туда. Так, и какую мне вы засаду, так чтоб? Покрепче, чтоб сначала с твоей засадой играли. Сейчас он ночью, он сильный. Я в этом городе добираю до 5. Почему-то у меня только 3, значит беру 2. Может пропустил в другой раз. Все, ребятки, погнали. Так, ну давай ты. Теряешь жизнь, это мой работает союзник. Хочешь, я тебя верну? Мадрид идет ко мне в руку. Уже не сейчас. Может, у нас есть. Конец будет игры. А ты где стоял? Непонятно. Что-то посередине дороги получилось. Я в маленьком городе, потому что я брал. Вроде бы потратить что-то на решимость потом. Ну. И на 4, да? Раз, 2, 3, 4. 7. И поедем на поезде, наверное, в Брюссель. Ну, мало ли, спешит. В Брюссель. Он не сбежит. Ну, давай. В Брюсселе меня не было. В море не было, конечно. Теперь вот. Ты этим своим, как ты его называешь, доктор. Священником. Ну, священником, да. Доктор. Ну, раньше, с крестом он как-то... Раньше, в те времена, ну, священники лечили. Да. Они в этом... Да. Такую работу делали священники. Ну давай, доктор. Добрый. Поедем на поезде. Ух ты, на 3 деления ты сможешь. Ну поедем в Марсель. У меня Марселя нет. Наталья, Ван Хельсинг, твой скалом. И сейчас. А. События возьму. События, да? Давайте, события надо брать. Потому что игра подходит к концу игры. Надо меня щемить по полной программе. Будет или то, все накалено до предела. Но мне, я не знаю, мне раз ты здесь, то мне туда надо ехать. А толку туда ехать, там только девчонка, если там его ловить. Ну попробуем. Ой, опять кидаю. Уберите от меня этот кубик. 3. Как раз вот в порт. 1, 2, 3. Угу. Вдруг успеем еще. Ну, теперь девушка. Там его щемить. Ну, девушкой. Буду проходить по одному. Пробегать смысла нету. Манчестер. У меня там нету. И выбирай действие. Ты смотри, нету его там. Это возьму. Я два могу брать. Я забыла про эту девчонку, что она 2 может брать. На руку и сразу в игру. Я могу выбрать, что, или сразу в игру я могу сыграть одну
оставить. Возьми жетон Святой Земли, положи его на любой город, на поле, кроме замка. Если жетон уже в игре, ты можешь передвинуть его на любой другой город, если хочешь. Если этот город есть на пути Дракулы или Катакомбах, он и все засады в нем раскрываются. Угу. Если Дракула стоит в выбранном городе, он должен покинуть его следующим ходом. Ты можешь не взять браться, вот этот вот жетончик и его. Положить его в любой город на карте. Если там есть Дракула, он оттуда смотается. А мне ж не надо, чтобы он смотался. Ну, наоборот, надо его загнать куда-то. Так он в море уйдет. Все, тем не менее, ты меня нашла. Я вот именно так. Нахожусь здесь. Локация только открывается, да? Только локация открывается? Или открывается там какая-то зараза? Все открывается. Ну ты можешь удрать. И засада открывается. Ты можешь не биться. Я должен удрать с этого города. Да. Ты можешь не драться. Ну что тут делать? Все? Это штука в своем ходу. Да. Все, ход приходит. Так, полночь. Ход к тебе переходит. Полночь. Я должен переместиться куда-нибудь. Ночью мне немножко легче. Легче. Ты можешь там из своей карты... Я могу что-нибудь придумать. Ну. Ты смотри, нашла. Даже не ожидала. Вот как надо тянуть карты. Угу. Ну, сначала полный. Ну, ты у тебя хорошее чутье на врага. Переходи сюда, 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 сюда. Такую вот засаду ставлю и сюда перепрыгиваю. Тут два. И дополняю до пяти. Лондон или Ливерпуль? До пяти. Первый хочешь ты? Угу. Так, теряю жизнь. Потерял жизнь. Угу. Так, ну я, наверное, останусь в этом городе и ничего не буду брать. А толку тебе туда идти? Тебе нету толку туда идти. Хотя... Нет, наверное... В порт. Выйдем вот сюда. Угу. Следующий ходит доктор. Что-нибудь можешь брать? Будешь что-нибудь? Нет, не буду. События? События, да. У меня там нормальные. Нормальные? Так, ну, а доктор? Доктору тогда встягиваем все силы. Великобритания. Ты ж не можешь, надо по этой дороге кинуть. Бросить кубик. Вот так. Лучше не бросать. Доктор остался в Марселе. Пошел бы. Он ничего что ты в Марселе будешь делать? Да, ничего не будет. Ни события, ничего не тянуть не будешь. Следующая Наталья. Потому что крест. Наталья Ванс Хельсинг. Он с тобой уже вместе околачивается. Выходить в море надо. А, этот, ну да, пойду. В Лондон. Пойду в море. Нет, там же эта карта вот здесь, вот этого города. Значит, надо в Лондон. Ну, сначала ты море. Ты просто да, ломаш. Сначала да, море. У меня на нет... этом твой ход заканчивается. Да, у меня нету такого, чтобы 4 действия. Ходи, девчонка. Бывает такая карта. Ну, что, девчонка, мне поезд кидать? Нету смысла. Ливерпуль. Схватила. Ну, у него чутье у Глеба. Ну, тут есть засада. Это туман. Что он делает? Охотник тут же ход охотника тут же завершается. Никаких дальнейших засад, боев, в том числе и с Дракулой. У меня же все так было. И он кладет засаду перед собой. Пока она остается перед охотником, ни один другой охотник не может ни войти в город, ни выйти из него. А Дракула может перемещаться свободно. Вот. Ну, охотники я в тумане могут отдыхать, получать карты, как обычно. Угу. И все на свете. Ну, я тоже нахожусь в Ливерпуле, но ты меня не видишь. И что, драки не будет? Драки не будет, это туман. Я специально такую засаду и поставил. Видишь, какой хитрый. Ход девчонки был последний. Да? Да. Получается, время предпоследний ход, предрассветная пора. Сергей победил.
Предрассветная пора. Мало ли что у вас там случится. А перейти ты не можешь, да? Нет, все, один ход сделан. Но я должен обязательно что-то сделать. Нет, ночью. Я убегать никуда не буду. Я останусь в этом городе. Я просто возьму и полечусь, наверное. Вот есть такая пир. Ее играть можно только ночью, я получаю одно здоровье. Но я играю ее на дорожку на эту, да? Так, это у меня уже две карты вышло. Надо их положить в колоду свою. Угу. Понимаешь? Я как бы остаюсь в Ливерпуле, но пир кладется сюда. Я получаю одно здоровье, лечусь. А это уже пора давно замешать свою колоду. Не замешать, а положить специально. Так, море идет сюда. А этот городок на 49-е место. И ты уже двигаться не можешь. Ты сыграл пир, это твой ход, да? Все, это мой ход. Сейчас двигаться ходит... ты от меня Лорд. Не можешь удирать. Я как был там и остался. Но в следующем ходу ты тоже не можешь предпринимать никаких действий. А-а-а. Только в конце твоего хода туман этот сбросится. Все, понятно. Тогда все. Никто не успеет до тебя добежать. Да. А давайте доиграем. Ну давайте уже. Ну, лорда мы выйдем в открытое море. Хорошо, следующий, доктор. Доктор, который завис в Марселе, но может сейчас поедет в Париж. Как раз Париж. Бери события, тяни. Может быть, что-то и вернет его. Да. Все сбросит. Мое. Да. Не топыри на руку. Сколько у меня имею права. Даже зачитывать не буду. Следующая, Наталья. Ты где, в море? Да. Ну я тогда иду в этот Лондон. Лондон? Из моря. Так, Наталья еще натыкается... тоже на туман. Тоже, глянь. На этом твой ход заканчивается, и будешь ждать здесь. Ты смотри, как он... Туманами окупил. Не хватило чуть-чуть. Следующая. Девчонка ходить не может, но она сбрасывает в конце своего хода этот туман в пол. Ход переходит ко мне, рассвет. Я получаю одно победное очко. Игра закончена, господа. Все. Еле-еле. 4 жизни у Дракулы осталось. Не, ну хорошо, мы потрепали. Мы, конечно, не играли полную игру. Он же бессмертный, пусть живет. Потому что зрителям понятно, что это за игра. Можно было до 6, как бы повернулось, не, неизвестно. Ну, понятно, навряд ли я до 6 хода бы дожил. Да? Дело тут не в этом. Главное показать механику. Это вроде старая игрушка, но сейчас выходит уже 3-е издание. Я бы очень хотел, чтобы эта игра была локализована. Переведена на русский язык. Ну, вроде так хорошо сыграли. Хотя бы просто сыграли, так, правда? Потому что я вот смотрю видео, ну, конечно, пока только на английском языке, у третьей редакции, смотрю, как там изменились компоненты, как там изменилось поле. Все, интересно бы было еще сыграть. Некоторым гикам покажется, тут некоторые механики устаревшие, да? Но все равно эта игра должна быть в коллекции, потому что она не похожа на игры другие. Да, и иногда можно сесть вечерком, срубиться в эту игру. Ребята, большое вам спасибо за игру. Поздравляем тебя, что выжил. Да, выжил. Ты так старался, бедный. Да. Мы так его жали. Мы все равно до конца не доиграли, а что бы там было, это не упомянулось. Зрителям большое спасибо, что дотерпели до конца, досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи на Ютубе. Пока. До свидания.